Привет всем! Сегодня у нас 19 апреля, завтра начало сезона нерестового закрытия. Вот сегодня решили выдвинуться опять на нашу любимую Угрюм-речку, порыбачить на доночке. Только приехали, время 7 утра, вот расположились. Будем рыбачить на червя и на опарыша. В качестве прикорма взяли дунаев. Вот такой вот дунаев, карп, сазан, карась. Добавили в него еще пшенную кашу для количества, но это для закорма. Расположились. Оп-оп. Уже поклевочка. Ну вот. Красавчик. С почином. Вдруг уже поймал одного подлещика. Я пока что слабенький, поклевочки. Но похоже на карасевые. Очень аккуратно берет. Я еще ничего не пойму пока что. Ждем. На улице прохладно, но горячий чай. Ну вот, друзья, не успел заснять, как вытаскивал. Вот такой вот. Это уже, наверное, даже лещ, а не подлещик попался. Вот такой килошник. Так что, рыбалка открыта на сегодня. И что, лещ, подлещик? Ну, это хороший уже, это лещ. Ага. 2-1. Итак, друзья, прошел где-то час после того, как мы приехали. Пока что результат. Вот я одного леща поймал, друг одного подлещика и одного леща. Рыбачим дальше. Поклевочки пока что очень вяленькие, но идут. Прошел еще час. Поклевочки почему-то вообще прекратились. Но северный ветер, погода немного меняется. Вот сегодня днем где-то около плюс 9 градусов. Оп-оп-оп, кто-то сидит. О, так, пацак. Тихо. Здорово. Еще лещ. Что-то сегодня у нас одни лещи попадаются. Не одни, много. Ну ладно. Это уже хорошо. Лещ тоже рыба. Ну, как это назряпаем. Ну, это уже лещ. Неплохо. Сегодня какие-то интересные поклевочки. Клюет один лещ. И слабенько-слабенько, чуть-чуть колокольчик шевелится. Небольшой тычок, он практически даже не звонит. Ну что, друзья, прошло уже полтора часа, как мы на рыбалке. Поклевки почему-то прекратились. Погода меняется, ветер северный. Пока что поймал только 4 лещей. Ну, причем они хорошие, даже не подлещики, а там по кило с лишним каждый. Ну, все-таки мы надеемся еще на лучшее. Может быть, еще рыбка поймается, так что сидим рыбачим дальше. Вот, еще кто-то зацепился. Вот так надо, да. Опять подбежать. Ну, старайся. Бежит. Да я его так достану. Вот, друзья, первый карасик за сегодня попался. Сменил прикормку на свою, на домашнюю. Дунаева. Вот такой вот. Карасевский первый сегодня. Кстати, обратите внимание, скорее всего, его щука атаковала. Видите, вот разрез какой. Настроение резко улучшилось. Два раза больше, чем ничем. Да-да-да. Ветер сильный сегодня. Клёв слабенький, но все равно что-то ловится, уже приятно. От души. Как всегда на телефоне. Да, как обычно, как у нас.
бьем дальше рыбу. Тихо, спокойно, душевно, красота. Вот, друзья, еще один карась. Тихо, тихо, тихо. Этот-то прям вообще шикарный. Карасище. Попался. Кстати, на бутерброд. У меня здесь вот как раз на нижнем крючке червь с опарышем. Смотрите, какой карась офигенный большой, а. Красота. Опять карась. Друзья, на бутерброд стало клевать. У меня вот здесь вот как раз бутербродик. Червь и два опарыша. Вот маленький карасик. Он тоже попался. Клюет слабенько, но клюет. Уже приятно. Барс молодец. Андатра вон плывет. Природа вообще шикарно, друзья. Очень рад, что сегодня на рыбалку приехали. Ну что, друзья, отрыбачили сегодня неплохо, в принципе, ну, поймал штук, по-моему, 6 или 7 подлещиков, ну, лещей подлещиков, пару карасиков попалось, ну, вы это все видели, я не буду показывать садок, потому что его там в рюкзак упаковал. Собираемся до дома, время уже после обеда, сколько сейчас, 3 часа, наверное. Все, отдохнули шикарно, расслабились, городская суета мимо. Все, ништяк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.